59. -е. Освобождение демона Баумасуры. История о том, как Баумасура сделал своими пленницами 16 тысяч царевин, которых похитил из дворцов различных царей, и затем был убит Верховным Господом Кришной, чьи доблести не знают себе равных, изложена в бхагаватам Ее поведал царю Парикшиту Шукадева Госвами – Демоны всегда враждуют с полубогами. Так и Баумасура, став очень могущественным, силой отобрал у полубога вороны Балдахин с его трона и украл у Адитии, матери полубогов, ее серьги. Баумасура захватил часть небесной горы Меру, известную как Мани Парвата. Тогда царь небес Индра явился в Двараку, чтобы пожаловаться Кришне на злодеяние Баумасуры. Выслушав жалобы Индры, Господь Кришна вместе со своей женой Сатибхамой тотчас отправился к обиталищу демона. Они летели на спине Гаруды, который доставил их к Шапуру, столице Баумасуры. Войти в Шапур было нелегко, поскольку Баумасра превратил его в неприступную крепость. С севера, юга, запада и востока город окружали четыре крепостных вала — которая охраняла огромное войско. Следующей преградой был ров с водой. Кроме того, Прагджоти Шапур был обнесен заграждениями из проводов, по которым был пропущен ток. Далее путь нападавшим преграждала завеса из газообразного вещества анила, а за ней высилась сеть из колючей проволоки, которую соорудил демон Мура. Даже с точки зрения теперешней военной науки Город был хорошо укреплен. Прибыв к Прагдете Шапуру, Кришна ударами палицы снес все крепостные валы, а нескончаемый поток его стрел разогнал охранявших их воинов. Своей знаменитой сударшина чакрой Господь перерезал электрические провода, засыпал ров с водой, уничтожил газовую завесу и разрушил сеть из колючей проволоки, сооруженные демоном Мурой, Звук у раковины заставил дрогнуть сердца великих воинов, защищавших крепость, и вывел из строя их военные машины. Своей непобедимой палицей Господь Кришна также разрушил городские стены. Когда Кришна затрубил в раковину, ее звуки были подобны раскатам грома во время уничтожения Вселенной, услышав их, демон Мура пробудился ото сна и вышел узнать, что происходит. Демон долгое время прожил под водой. Был он о пяти головах и сиял, как солнце во время разрушения материального мира. Исходившее от него сияние было таким ярким, что слепило глаза. Его нрав был подобен разбушевавшемуся огню. Схватив трезубец, он тотчас бросился на Верховного Господа, подобно тому, как огромная змея бросается на Горуду. Гнев его был ужасен. Казалось, что он готов был поглотить все три мира. Демон стал грозно размахивать трезубцем, а затем метнул его в Горуду, птицу, которая несла на себе Господа Кришну. Из пяти ртов демона вырывались звуки, подобные львиному рыку. Этот рык огласил воздух, прокатился по всей земле и под небесью. Он гремел вверху и внизу, разносясь по десяти сторонам света и сотрясая всю вселенную. Когда Господь Кришна увидел, что трезубец Муры летит в городу, Он неуловимым движением выхватил из колчана две стрелы и в щепки разнес ими трезубец демона. Множеством острых стрел он пронзил пасти Муры. Увидев, что Верховный Господь разил его нападение, Мура в ярости обрушил на него свою палицу. Но прежде чем она коснулась Господа, он разбил ее своей палицей. Лишившись оружия, демон решил сразиться с Кришной в рукопашную. Но Кришна мгновенно отсек ему головы с ударшина чакрой. Тело демона рухнуло в воду, подобно тому, как вершина горы, пронзенная громовой стрелой Индры, обрушивается в океан. У Демнамуры было семь сыновей, которых звали Тамра, Антарикша, Шравана, Вибавасу, Васу, Набасван и Аруна. Обуенные гордыней, они решили во что бы то ни стало отомстить за смерть своего отца и в великом гневе стали готовиться к битве с Кришной, назначив своим военачальникам Питху и еще одного демона. Вооруженные до зубов, они по приказу Балмасары все вместе напали на Кришну. Демоны обрушили на Господа Кришну целый град оружия, мечей, палец, копий, стрел и трезубцев. Они не знали, что сила Верховной Личности Бога безгранична и неодолима. Своими стрелами Кришна раскрошил оружие приспешников Баумасуры, а затем сразил их военачальника Питху и его помощников. С изрубленными доспехами, отсеченными головами, руками и ногами демоны лежали на земле. Кришна отправил их всех к повелителю смерти Ямараджи. Балмасура, которого еще звали Наракасура, был сыном самой земли. Увидев, что Верховный Господь своим оружием убил всех его воинов и военачальников, демон страшно разгневался на него. Он выехал из города со множеством слонов, которые родились и выросли на морском побережье. Все слоны были очень возбуждены. За городскими стенами им открылось чудесное зрелище. Господь Кришна и его жена парили высоко в небе, восседая на спине горуды. Они были подобны темной тучи подле солнца, озаряемой всполохами молний. Демон Баумасура немедленно пустил в ход оружие шатагни, которое одним ударом убивает сотни воинов. Его воины тоже обрушили свое оружие на верховную личность Бога, господь кришна отражал их удары, выпуская оперенные стрелы к исходу сражения все воины и военачальники баумасуры лежали на поле боя с отсеченными головами руками и ногами их кони и слоны погибли вместе с ними. все оружие баумасуры было разбито стрелами господа. Господь Кришна сражался, сидя на спине Гаруды, который помогал ему, бил крыльями лошадей и слонов, царапал их головы когтями и острым клювом. Удары Гаруды причиняли слонам сильную боль, и все они бежали с поля боя. Оставшись один, Баумасура ринулся на Кришну, он видел, как Гаруда разил его слонов и воинов, и, охваченный яростью, обрушил на него удар такой силы, что с ним не мог сравниться даже удар молнии. К счастью, Горуда необычная птица, и он не почувствовал удара Баумасары, потом тому, как огромный слон не чувствует, когда его бьют гирлянды из цветов. Увидев, что ни один из его приемов не действует, Баумасура понял, что, сколько бы он ни пытался, ему не удастся убить Кришну. И все же в последний раз он бросился на Господа с трезубцем в руках. Но прежде чем Баумасура успел метнуть трезубец, Кришна ловко отсек ему голову острой сударшиной чакрой. Голова демона, украшенная серьгами и увенчанная шлемом, упала и покатилась по земле. Когда Господь Кришна убил Баумасуру, Родственники демона в отчаянии зарыдали, а святые восславили ратные подвиги Господа. Пользуясь случаем, обитатели райских планет принялись осыпать Господа Кришну цветами. В это время перед Кришной появилась Пхуми, олицетворенная земля, и, приветствуя Господа, поднесла ему гирлянду из цветов Вайджаянти. Затем она возвратила сверкающие серьги Адити, сделанные из золота и украшенные драгоценными камнями. Она также вернула балдахин вороны и преподнесла Кришне в подарок драгоценный камень. После этого Пхуми обратилась к Кришне с молитвами. Низко склонясь перед ним, она с великой любовью и преданностью стала славить Верховного Господа властелина мироздания, которого почитают величайшие полубоги. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом, который в своих четырех руках держит раковину, диск, цветок лотоса и булаву. Он владыка всех богов, и я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. О, возлюбленный Господь, Ты сверхдуша, и откликаясь на желания преданных Тебе, Ты не сходишь в этот мир в разных трансцендентных формах, чтобы каждый мог поклоняться тебе в том облике, который его больше всего привлекает. Прошу, милостиво прими мои почтительные поклоны. О возлюбленный Господь! Из твоего пупка вырастает цветок лотоса. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твои глаза подобны лепесткам лотоса и потому всегда радует взор. Твоим мягким и нежным стопам поклоняются все чистые преданные, и эти лотосные стопы наполняют умиротворением. Их сердца — лотосы, поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Ты обладаешь всей красотой, всей силой, всей славой, всем богатством, всем знанием и всей отрешенностью — ты ⁇ средоточие этих шести совершенств. Хотя ты везде сущ, Ты явился, как сын Васудевы. О Господь, прошу, прими дань моего глубокого почитания. Ты ⁇ изначальная верховная личность Бога и высшая причина всех причин. Только Ты, никто другой, о Господь, есть источник всего знания. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой. Ты нерожденный, но Ты отец мироздания, источник и прибежище всего многообразия энергий, Ты причина возникновения проявленного мира, Ты и причина и следствие материального космоса. Позволь же мне в глубоком почтении склониться перед Тобой. О, возлюбленный Господь, даже такие три бога, как Брахма, Вишну и Шива, не являются независимыми от Тебя. Когда необходимо создать материальный космос, ты творишь Брахму, повелителя гуны страсти, чтобы сохранить мироздание, ты принимаешь облик Господа Вишну, средоточия всей благости, и ты же являешь себя в образе Господа Шивы, повелителя гуны невежества, чтобы разрушить сотворенный мир. Ты создаешь гуны материальной природы, но сам всегда остаешься вне их. В отличие от обычных живых существ, ты никогда не запутываешься в сетях трех материальных гун. О Господь, Ты материальная природа, Ты Отец Вселенной, Ты вечное время, которое соединяет материальные стихии и творит проявленный мир. Но сам Ты вечно запределен всему, что происходит в материальном мире. О мой Господь, О Верховная Личность Бога! Я знаю, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, пять объектов чувств, ум, чувства и божества, управляющие ими эго и совокупная материальная энергия, все живое и неживое в сотворенном мире находит опору в тебе одном. Все создается тобой и потому неотделимо от тебя. В то же время ничто материальное нельзя отождествлять с тобой лично, ибо сам ты запределен материальному миру, стало быть, ты отличен и вместе с тем не отличен от всего сущего, и те философы, которые пытаются отделить от тебя все сущее, придерживаются неверных взглядов. О возлюбленный Господь! Этот мальчик по имени Багадатта, сын Баумасуры и мой внук. Ужасная смерть отца потрясла его. Он очень испуган и растерян, Поэтому я привела его сюда, чтобы он предался твоим лотосным стопам. Прошу тебя, о Господь, даруй этому мальчику свое покровительство и благослови его пылью с твоих лотосных стоп. Я привела его к тебе для того, чтобы он освободился от грехов отца, бремя которых лежит на нем. Выслушав молитвы земли, Господь Кришна заверил ее в том, что отныне ей ничто не грозит. «Не бойся», — сказал он и богадатье. Затем Господь вступил во дворец Баумасуры, поражавший взор роскошью и великолепием. Во дворце Баумасуры Господь Кришна нашел шестнадцать тысяч сто юных царевин, которых похитил и держал в плену Баумасура. Когда царевны увидели, как Верховный Господь Кришна входит во дворец, их тут же пленила красота Господа, и они стали молить Его пролить на них свою беспричинную милость. Каждая из них молила проведение о том, чтобы Кришна стал ее мужем. Их преданность Господу была безупречно чиста, и они со всей искренностью принесли свои сердца к Его лотосным стопам. В образе сверхдуши Кришна пребывает в сердце каждого. Он знал, что помыслы девушек чисты, и согласился взять их в жены. Он велел, чтобы им принесли наряды и украшения, и каждая царевина на паланкине была доставлена в Двараку. Кришна забрал с собой из дворца Баумасуры несметные богатства, драгоценные камни, колесницы, лошадей и прочее. Он также забрал оттуда полсотни белых слонов, у каждого из которых было по четыре бивня, и всех их привел в Двараку. После этого Господь Кришна и Сатебхама полетели в Амаравати, столицу райского царства, и тотчас направились во дворец к царю Индри и его супруге Шачи Деви, которые гостеприимно встретили их. Кришна преподнес Индри Серьги Адити. Когда Кришна и Сатибхама возвращались из города Индры, Сатибхама вспомнила, что Кришна обещал подарить ей дерево париджата. Воспользовавшись тем, что они были в раю, Сатибхама вырвала с корнем одно из таких деревьев и положила его на спину городы. Однажды Нарада принес в два руку цветок Париджата и подарил его старшей жене Кришны, Шри Рукмини Деви. Из-за этого Сатипхама почувствовала себя обделенной. Она потребовала, чтобы Кришна подарил ей такой же цветок. Поняв, что его женам свойственна ревность, Кришна улыбнулся и спросил Сатипхаму, «Почему ты просишь только один цветок? Я могу подарить тебе целое дерево Париджата». Поэтому Кришна намеренно взял с собой Сатибхаму, чтобы она могла сама выбрать такое дерево, но жители райских планет и сам царь Индра были очень рассержены поступком Сатибхамы. Не спросив у них дозволения, она вырвала дерево париджата, которое не растет на планете Земля. Индра вместе с другими полубогами воспротивился тому, что Кришна и Сатибхама уносят дерево с собой. Но Кришна был непреклонен, ибо твердо решил угодить своей любимой жене, и тогда между Кришной и полубогами завязалась битва. Как обычно, Кришна вышел из нее победителем, после чего он с триумфом принес дерево Париджата, выбранное его женой, на землю, в Двараку. Это чудесное дерево посадили у дворца Сатепхамы, и оно стало настоящим украшением ее сада. Дерево париджата, доставленное на землю, было усыпано благоухающими цветами, поэтому вслед за ним прилетели небесные шмели, чтобы наслаждаться их чудесным ароматом и собирать нектар. Великие мудрецы, подобные Шукадеве Госвами, не одобрили поведение Индры. Кришна по своей беспричинной милости прибыл в райское царство Амаравати, чтобы вернуть царю Индре серьги его матери, похищенные Баумасурой, Индра был рад получить их обратно, но когда Кришна забрал из райского царства дерево Париджата, он вступил с ним в бой. В этом проявилось корыстолюбие Индры. Слонив голову к лотосным стопам Господа Кришны, он вознес ему молитвы, но как только достиг своей цели, совершенно переменился. Так ведут себя материалисты. Они всегда заинтересованы только в собственной выгоде. Ради этого они готовы оказать почтение любому, но как только они достигают желаемого, их дружескому расположению приходит конец. Такое корыстолюбие свойственно не только богатым людям, живущим на Земле, но даже индре и другим полубогам. Чрезмерное богатство делает человека эгоистичным. Эгоистичные люди не стремятся обрести сознание Кришны, поэтому Шукадева Госвами и другие великие преданные относятся к ним с неодобрением. Иными словами, если у человека слишком много материальных богатств, это не дает ему развивать в себе сознание Кришны. После победы над Индрой Кришна женился на 16 тысячах ста царевнах, которых вызволил из плена Баумасуры. Кришна предстал в 16 тысячах ста формах, и свадебные торжества проходили одновременно в таком же количестве дворцов в самый благоприятный для этого момент — так Господь показал миру, что только Он, Кришна, и никто другой, есть Верховная Личность Бога. Для Верховного Господа Кришны нет ничего невозможного. Он всемогущ, вездесущ и бессмертен. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Он совершал такие деяния. Дворцы, в которых жили более 16 тысяч жен Кришны, были окружены прекрасными садами и их обстановка и убранство не имели себе равных в мире в этой истории шимадбагов там нет преувеличений все царицы кришны были воплощениями богини процветания лакшмиджи кришна жил с каждой из них в отдельном дворце и общался с ними точно так же как обычные люди общаются со своими женами следует всегда помнить о том что находясь на земле Кришна, верховная личность Бога, безукоризненно играл роль человека. И хотя он проявлял свое необычайное могущество, женившись одновременно на более чем 16 тысяч царевин и в более чем 16 тысяч дворцов, он обращался с ними в точности как обычный человек и строго придерживался правил, принятых в обычных семьях в отношениях между мужем и женой. Поэтому постичь качество Верховного Брахмана, Верховной Личности Бога, чрезвычайно трудно — даже полубоги, такие как Брахма, не способны понять трансцендентные игры Господа. Женам Кришны необыкновенно посчастливилось. Они получили в мужья самого Господа, которого не могут постичь даже Брахма и другие полубоги. Как подобает супругам, Кришна и его царицы улыбались, разговаривали и шутили, заключали друг друга в объятия, и их любовь росла день ото дня. Так они наслаждались неземным счастьем в своей семейной жизни. Все царицы, хотя у каждой из них были тысячи служанок, сами прислуживали Кришне, сами встречали Его, когда Он входил во дворец, усаживали на мягкое сиденье, совершали обряд поклонения Ему, поднося различные атрибуты, омывали Его лотосные стопы водой из ганги, приносили орехи бетеля и растирали ноги. Так они прогоняли усталость Кришны, накопившуюся за то время, пока его не было дома. Царицы обмахивали Кришну опахалами, предлагали ему душистые цветочные масла, украшали его гирляндами из цветов, расчесывали ему волосы, просили его прилечь отдохнуть, своими руками омывали его и угощали вкусными яствами. Каждая царица делала все это сама, не ожидая помощи своих служанок. Иначе говоря, Кришна — и его царицы являли на земле идеал супружеской жизни. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна, верховная личность Бога» заканчивается глава 59 «Освобождение демона Баумасуры».